если один час каждый день штурмовать какую-нибудь науку, какой бы она ни была, то вы обязательно через год становитесь лучшим специалистом в этой области. Понимаете вы ее, не понимаете, читаете, повторяете, думаете. Читаете, повторяете, думаете. И таким образом развиваете себя. Что у вас будет получаться? У вас будет получаться деятельность, связанная с преподаванием, деятельность, связанная с блогерством, также деятельность, которая связана с перевозками, складской и бухгалтерский учет, складская логистика, международная логистика и даже продажи на различных сервисах. Все это будет у вас получаться, но нужно стремиться к этому. Я как блогер веду несколько каналов на сегодняшний день и могу сказать, что достаточно высокие заработки. YouTube ежемесячно выплачивает достаточно большие деньги для тех, кто занимается ведением вот таких блогов, как я. Человеку несложно вести блоги. Они могут быть новостные, то есть берете новость какую-нибудь, ее озвучиваете, публикуете ее с красивыми картинками, которые можно сделать там в Canva или на бесплатных сервисах, публикуете небольшие видео. Эти видео через год начинают смотреть, набираете свою аудиторию. Есть очень много всего, и человек, который начинает заниматься популяризацией себя, становится популярным, в дальнейшем становится известным, и его информация нужна.